Алкоголь, курение, наркотики, разврат. Тебе не нужно это, оно тебя убивает. Ты, наверное, уже понял, что надо спасать Россию. Но задаешь себе вопрос, что я могу для этого сделать. Я знаю на этот вопрос ответ. Внимание! Триумфальное возвращение главного напитка 20 века. Ля Макс представляет. Знакомый с детства и любимый всеми чайный гриб. Лучшее средство для профилактики и лечения многих заболеваний. И идеальный напиток для утоления жажды. Его подкармливали, доливая крепкий чай. Им делились с родными и знакомыми. Чайный гриб – это напиток с ярким вкусом, нотками кваса, лимонада, чая и легендарными полезными свойствами. Настой чайного гриба содержит различные кислоты, витамины разных групп, сахара, полезные ферменты и микроэлементы. Широкий диапазон полезных свойств чайного гриба известен всем. It really smells like a public restroom. Это настоящий эликсир здоровья. Он укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Но не только. Нет лучше средства для лечения заболеваний печени и желчного пузыря. Чайный гриб эффективно справляется с атеросклерозом и гипотонией. Избавляет от простуды и ангины. Нормализует сон. Из настоя чайного гриба делают компрессы и маски для лица. Он заживляет раны и ожоги. Вы хотите быстро скинуть пару-тройку лишних килограммов? Пейте чайный гриб. Один напиток и столько возможностей. И это далеко не все. Недаром чайный гриб употребляли еще в Древней Греции и Китае. Чайный гриб от Ля Макс такой же вкусный и целебный, как в старые добрые времена. Но выращен он в стерильных условиях, удобно упакован и отлично приспособлен для перевозки и хранения. А приготовить его по-прежнему проще простого. Из пакетика чайного гриба Ля Макс вылейте всю жидкость. Промойте гриб в прохладной воде и запустите его в остывший крепкий сладкий чай. Через 2 дня все готово. No. Well. Теперь полезный и вкусный напиток будет у вас всегда. Вам больше ничего не придется покупать. Чайный гриб размножается постоянно и самостоятельно. Вам нужно только разделять его и заливать сладким чаем. Японский симулятор изнасилования.